С привычкой, которая тянется еще с советских времен, решили покончить власти Подмосковья. Во дворах многоквартирных домов отныне запрещается выбивать ковры. Может, половик и становится чище, но все кругом покрывается пылью. Непонятно, чем приходится дышать жителям первых этажей. Вне закона объявили и стирку во дворе, когда грязную воду с порошком выплескивают прямо на газон. За нарушение штраф от 500 рублей до 2000. Тот же документ запрещает мыть машины близ подъезда. Для автомобилистов, правда, собираются оборудовать специальные площадки. Асфальт или бетон плюс сливная система, чтобы вода с дорожной грязью и химикатами уходила не в землю, а в канализацию.